Похитить Европу в Великобритании с самого начала было непростой и амбициозной задачей. Режиссер Николай Пинигин поставил целью добиться максимальной аутентичности времени и пространства и воссоздать в самом центре Лондона атмосферу театра старинного Несвежского замка. Для меня это европейская Беларусь. Справа в том, что в этом году Несвеж объявленный культурной столицей Беларуси. Это спроба реконструкции того, что там отбывалось. Потому что у нас навод декорации, зроблены по аутентичных гравюрах с подара Жуковского, який занотовал все, что он бачил в тот час в замку. «Похищение Европы» – спектакль старинный, камерный и в то же время очень свежий для восприятия. В Англии, богатой театральными традициями, как оказалось, уже успели позабыть, что такое настоящая театральная барокко. Это очень необычный, редкий вид спектакля. Такое нечасто найдешь сегодня в Европе. Глубина, теплота, история. Мы уже успели позабыть, как это бывает. И вы видите, полный зал, публика в восторге. Такое нечасто сегодня у нас увидишь. Привести старейший театр Беларуси в Лондон потребовало немало усилий с обеих сторон. Главная заслуга – посольство Республики Беларусь в Великобритании. Эти гастроли – важный этап в развитии культурных отношений двух стран, уверены дипломаты. В дипломатических отношениях между странами присутствует очень много составляющих. Но одна из важнейших из них – это именно культурная составляющая. Поэтому мы давно вынашивали идею провести здесь крупное культурное событие. Синхронный перевод с белорусского на английский к концу спектакля уже не требовался. Артисты окончательно покорили зал ярким представлением, где были и балет, и опера, и даже итальянская комедия. Качество и изысканность постановки надолго запомнится англичанам, а сцена Блумсбери вписала в историю театральной Британии первую страницу спектакля на белорусском языке. Спектаклем «Похищение Европы» Купаловский театр полномасштабно открывает для белорусской культуры еще одну страну – Великобританию. Далеко не первую в списке. Уже очень скоро коллектив отправляется в очередные зарубежные гастроли. Труппу ждет 40-дневный тур по городам и провинциям Франции, где наш театр уже давно знают, любят и ждут.